Приветствую вас, Андрей. Позвольте мне ответить вам максимально серьезно и максимально полно на ваш вопрос, потому что тематика достаточно серьезная и для вас, и для молодых людей в целом. В вашем случае особое внимание нужно обратить на то, что вы изначально боялись, что девушка вас не любит. То есть вы изначально испытывали страх, что вас бросят. Страх быть брошенным. Это детско-родительские отношения. Страх быть брошенным. Это субъективно, то есть ваша личная борьба за признание человека, за его внимание, за его оценку, за его, ну, позитивное отношение к вам. И негативное восприятие себя, если ну, данного добиться не получается. То есть, если, ну, если не выходит сделать так, чтобы вот человек относился к вам хорошо. Дальше. Следующее, на что хочу обратить ваше внимание. Вам тяжело, потому что это ваше первое отношение. Первая девушка, точнее. Я ее любил. А что значит первая девушка? Первая любовь — это не всегда первая девушка. То есть, если это первая девушка именно в плане того, что у вас были первые отношения, то возникает вопрос по поводу того, что вы в отношения как-то вступили, да, и дальше у вас получается, что-то произошло, да, у вас что-то происходит, что она вот говорит, что не чувствует к вам влюбленность. При том, что, судя по всему, говорит она это, повинуясь вашему давлению или как бы она чувствует, что вот от нее требуют. Ну как-то озвучить, да, свои чувства. Вот. То есть это очень важный момент. Чтобы вы это уточнили. Следующий важный момент, на который нужно обратить внимание, это то, что вы говорите, что мне тяжело. Это была моя первая девушка, я ее любил. После того, как она сказала, что не любит вас,
Вы перестали внезапно ее любить? Или как вышло, что вы говорите, любил в прошедшем времени? Следующее, на что важно обратить внимание, это то, что вы хотите побыстрее забыть. Но быстрее забывать краски не нужно. Необходимо прожить, Андрей, то, что вы сейчас чувствуете, необходимо вынести опыт, необходимо личностно вырасти, потому что та боль, которую вы сейчас испытываете, это ваш потенциал для развития. Если вы никакого опыта не вынесете, то в следующих отношениях, которые у вас будут, вы можете совершить те же самые ошибки. И следующие отношения у вас тоже не получится. Поскольку вы боялись, что девушка вам скажет, что не любит вас, соответственно, в глубине души вы считаете, что любви недостойны. Коли так, то имеет место быть обесценивающие тенденции, природу которых тоже нужно разобрать. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Я надеюсь, что вы сделаете выводы из ситуации, вот, и проработаете свои противоречия, своих трудностей и конфликтов. Всего вам самого доброго и удачи!